Специально для всего коллектива, для Ани в отдельности. Константин Владимирович, поддержите, пожалуйста, Анечку. Овации! Стрип-дэнс! Встречайте! Самые профессиональные слесари Урала! Знакомьтесь, Женя, он же Евгений. Человек недоразумение. Для всех Евгений просто Жека. Слесарь-сантехник нашего Жека. Жека! Жека! Сантехник из Жека. Жека! Жека! Сантехник из Жека. Лично я по сантехнике работаю. Краны закрутить, раковину заменить. Если что течет, заткнуть. Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь. Смеюсь, напьюсь, если хуёво, жрать будет нечего. Женюсь, друзья мне пишут, как ты тут, а я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. 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 Я нормально. Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. И никуда я не поеду, мне и в Союзе хорошо. Везде мне стопочку нальют, в какой кабак я не зашел. Ведь все равно же все умрут, без разницы там или тут. Супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Не желаете ли трахнуть по маленькой? А? Надрался уже. Ты же нос синий. У вас голубой. Так, не тронь, не тронь. Мое самосознание. Супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я охуенно, супер гуд, гуд, гуд. Гуд, 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 гуд. Я отлично, супер гуд. О, нет, такая жопа. О, у нее такая жопа. О, ее такая жопа. В общем, я ее люблю. Такая жопа. А в общем, я ее люблю. Жопа, жопа. А в общем, я ее люблю. Жопа, 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 жопа. Другие не влезут, а мой влезет, гляди. Входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. Ты кончила? Я уже два раза кончил. Ну, наконец-то! Дождя своей любви, мне ничего не нужно.
тебя спасу. Не дам тебе опять с ума сойти. Мне ничего не нужно, только плачь. Плачь, 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 плачь. Мне ничего не нужно, только жди, жди. Девочки, муж на час! Как-то вы так подождите, не убегайте, муж на час, муж на час, останьтесь. Если у вас потекли краны или другие... Ага. Да, 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 да. Части квартиры.